канун 42-й годовщины Великого Октября в Петрозаводске открылась промышленная выставка. Зайдемте на выставку. Посмотрим, что сделала промышленность республики в первом году семилетки. Какие задачи предстоит решать нашим предприятиям. Новые тракторы Онежского завода. Они скоро придут на лесные делянки. Лесохозяйственный трактор Т-49 с навесными приспособлениями. Челюстной погрузчик для древесины. Трелевочный трактор с бульдозером. Лес – главное богатство республики. Он идет на новостройки семилетки, экспортируется во многие страны Европы. О новых механизмах для тружеников леса, о достижениях бумажной промышленности рассказывают специальные стенды. На реках Карелии уже применяются такие потокообразователи. Они ускоряют движение воды, не дают образоваться ледяной корке на реке, где хранятся запасы леса. Использование отходов производства – одна из важнейших задач лесной промышленности. Вот пример решения этой задачи – двери из древесно-волокнистых слив. Новую технику получают рыбаки. Эхолоты незаменимы в поисках рыбы. Они могут нащупать косяк на глубине до 450 метров. Выпускают в Карелии рыболовные боты. Тысячи таких трехкомнатных домиков Петрозаводского домостроительного комбината будут отправлены в различные районы страны. Малогабаритная мебель Сортовальского комбината и Соломенского лесозавода. За семилетку производство стандартных домов и удобной практичной мебели возрастет по республике в 3 раза.